Подружки прогуляли школу в паленом адидасе, пьют ягуар, валяются на заброшках на матрасе. Я стрельнул сигарету какого-то Васи. У всех близняшек первый оргазм был примерно в 6-м классе. В 2007-м лежал пьяный на хардбасе, плачу от вида ее белой руки, нихуя себе. О войне на Украине знают даже в Гондурасе. Целуемся с педиковатым мальчиком лет 6 у Насти. Забрал половинку марки у пацанки из пасти. Ей тоже делали лизу в начальной школе на кассе. Всегда были интересны размышления о белой расе. Я бы на дюше поцеловал мизинчик и дал кассик. Чья-то пьяная мама в Найке назвала меня касатик. Когда хочу фуд-фетиш, иду в басик. Басик — это бассейн, что тут непонятного? От солевой подруги жду ответа внятного. И я всегда скромен и строг вида опрятного. Дашу ей респект, желаю ей приятного. Мои выставки всегда смысла неприглядного. Из копейской тюрьмы гопота встречает петуха ненаглядного. Такого же пидора, как и они, хоть и нарядного. Чтобы забыться, выпиваю винишко пойла изрядного. Пожалуйста, пускай отпусти, блядь. Блядь, сколько там еще куплетов, блядь. Соберись, тряпка давай. От глюка снова кажется, что никому не нужен. Покупая копченые крылышки и две соски пива на ужин. Мобики — это вассалы своей какой-то веры. Минут 5 смотрел на новый аватар Венеры. Люблю девочек без какой-либо меры. Сердце болит, насыплю порошок в ее камеры. В сети угрожают татуированные веганы аскеры. Слезы не дают дышать, детишек всех жалко. Сколько бы ни кололся, ни пил, все равно стоит палка. Только она нахуй теперь никому не сдалась. А мне недавно одна грубиянка в любви своей клялась. Пачерица из фильма «Румяная», потому что круто поеблась. Племяннику говорю, что надо забивать припасе. Надеюсь, не застанет времен, когда оргазм был в 6-м классе. Подружки возвращаются с заброшек. Подушки извращаются с подножек. Лягушки вращаются вокруг ножек. Пушки заряжаются путем обугленных ложек. Всем пиз. О, слава богу, дочитал. Нормально убило.